Отечественные морские деликатесы станут более доступны. На территории Краснодарского края уже второй год работает программа импортозамещения. Губернатором Краснодарского края поставлена задача – обеспечить рынок Кубани собственной продукцией. И на сегодняшний день на конференции именно этот вопрос стал основным. Участники должны были найти алгоритм решения задачи об увеличении объемов производства и сбыте морепродуктов. В рамках поручения губернатора Вениаминовича Акондратьева все мероприятия связанные с продукцией, которая выпускается в Краснодарском крае. Мы максимально пытаемся использовать всю ту продукцию на территории Краснодарского края и ее реализовывать именно здесь, чтобы она была в Краснодарском крае. Ферма по выращиванию мидий и устриц в Анапе существует уже 10 лет. Его руководитель Николай Пасхали рассказал о технологии выращивания морепродуктов, ценовой политике и условии поставки гостям конференции. Администрация Краснодарского края заинтересована в развитии этого направления и готова обсудить вопросы финансирования и поддержки. Ведь главная задача – обеспечить потребителя недорогим морскими деликатесами. У нас есть масса программ, которые идут именно по сельскому хозяйству и животноводству. И, ну вот, их просто масса. И птицеводство, животноводство, овощеводство. Но, к сожалению, мы не поддерживали пока именно вот разведение мидий, разведение устриц. То есть субсидии не выделялись на это новое направление. Поэтому, конечно, для меня было крайне интересно принять вот участие в этом круглом столе, посмотреть, какие есть проблемы. И, на самом деле, вы обратили внимание, что есть проблемы ценовая политика. То есть получается, что наша продукция, хотя она здесь на месте, но она стоит дороже, чем то, что привозится из других регионов Российской Федерации. Поэтому, конечно, думаю, мы должны подумать, посмотреть, может быть, тоже как-то просубсидировать, как-то поддержать именно наших местных вот товаропроизводителей, которые занимаются этим направлением. Представители ресторанного бизнеса заверили, они готовы начать прямое сотрудничество и производить закупку у анапского производителя. По крайней мере, качество продукта их устраивает полностью. Подобные встречи, они, безусловно, необходимы. Во-первых, это прямой контакт с производителями, с фермерскими хозяйствами, с тем продуктом, с которым мы тоже уже работаем не первый год в своих ресторанах в городе Сочи. И любим работать с этим продуктом, потому что, еще раз повторюсь, лучше, наверное, чем того продукта, который нам дарит Черное море, нет, наверное, ничего более. Главное теперь на основе предложений подготовить проект региональной программы. О необходимости государственной поддержки говорили и производители, и потенциальные покупатели. Нужно решить основной вопрос. Цена на отечественные деликатесы должна быть конкурентоспособной. С одной стороны, этому будет способствовать увеличение объемов, что скажется на снижении себестоимости. С другой, часть стоимости продукции, возможно, будет компенсировать из бюджета. Закончили конференцию наглядной демонстрации возможностей отрасли, презентации и дегустации продукции. После этого гости конференции посетили устричное хозяйство и познакомились с условиями выращивания экзотических морепродуктов.